Получаем одобрение кредита на автомобиль, не выходя из дома. Подготовьте паспорт и водительское удостоверение. Заходим на сайт Альянс Авто. В меню находим пункт «Авто в наличии». Выбираем марку и модель автомобиля. Выбираем понравившийся вариант. Для оформления заявки нажимаем на кнопку «Получите одобрение кредита онлайн». Выбираем комфортный первоначальный взнос и ежемесячный платеж. Заполняем все пункты формы. Обязательно ознакомьтесь с условиями соглашения. Для обработки данных нужно ваше согласие. Нажимаем «Продолжить». На ваш телефон придет код, который нужно будет ввести в форму. Далее вам нужно будет ввести данные о профессиональной деятельности. Обязательно указывайте не только основной доход, но и дополнительный. Это увеличит вероятность одобрения. Семейное положение заполняет в случае наличия штампа в паспорте. Указываем количество несовершеннолетних детей и иждивец. Вносим данные о супруге. Если супруга нет, то вносим информацию о поручителе. Не стоит указывать в качестве поручителя посторонних людей. Укажите близких родственников. При звонке из банка они должны подтвердить вашу информацию и быть в курсе того, на что вы берете кредит. Укажите ваши данные в полном соответствии с паспортом и внесите сведения о регистрации. Адрес фактического проживания может не совпадать с пропиской и должен быть указан в отдельной графе. В обязательные платежи входят взносы по другим кредитам и другие ваши ежемесячные платежи. Не скрывайте наличие кредитов. Банк проверяет вашу кредитную историю. Наличие кредитов не является стоп-фактором, если они оплачиваются своевременно. Заполняем форму до конца. Отправляем заявку в банк одним нажатием кнопки. Одобрение придет в виде смс к вам на телефон. Также с вами могут связаться сотрудники банка или дилерского центра для уточнения данных.